Это дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу, боец из города Майкоп. Ему 27 лет, рост 173 сантиметра, вес 77 килограммов, 550 граммов. Представляет бойцовский клуб «Кузня». Профессиональный рекорд 11 боев, 5 побед, 6 поражений. Владимир Лупко! Его соперник в красном углу из города Владикавказ. Ему 21 год. Рост 185 сантиметров, вес 77 килограммов, 350 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев, 7 побед, 1 поражение, 1 ничья. Александр Васильев. Рефери в октагоне Аксель Ван Кименейд. Gentlemen, respect the rules, protect yourself during the whole fight, and listen to my command. When I say stop, you stop. Clear? Touch gloves if you want to. Step back. Послужные списки, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Ого, повыше Александр Васильев. 12. Гораздо, гораздо выше, моложе на целых 6 лет. Ну так, если смотреть по послужным спискам, такая классическая ситуация. Чуть-чуть подспитый проспект против Джорни Мэна. На самом деле, действительно, ощущается визуально разница в росте. 12 сантиметров. Да. Ну и очень интересно, как в этот раз проведет поединок Александр Васильев. Отошел ли он от поражения? Там, на самом деле, такое было поражение. Бой был близкий. Бой был близкий. Очень близкий. И мне кажется, раздельным решением могли отдать их ту и в другую сторону. Поэтому я думаю, Александру в первую очередь нужно не судейские решения оценивать, а свое собственное выступление. Ну, вообще, ты знаешь, у него из 7 побед, кстати говоря, 6 побед досрочных. Это все правда. Александр достаточно сбалансированный боец. Он может и в стойке поработать, даже больше любит. Да. Ну и бороться умеет. Бой с Владиславом Шабалиным тому да. Яркое подтверждение. Напирает сейчас более коренастый Владимир Лупко. Так начал с лоу-киков. Александр Васильев неплохо двигается и сам уже перешел в контрнаступление. Васильев у нас в стойке юши. Джеб. И тут же добавляет удар слева. Мидл кик Васильева. Ну, пока внимательный поп в обороне, пока особо ничего лишнего не пропускает. Снова джеб Васильева очень неплохо. Вот здесь за счет длины рычагов стойки преимущество определенное есть у Васильева. Я думаю, да, ему как раз таки с дистанции работает самое оно. Вот взрывается, взрывается и пытается, видимо, сейчас провести тейкдаун Лупко. Развернул его Васильев. Все правильно, снять захват со спины было бы неплохо. Свалил Лупко, но сверху оказался Васильев. Да, вроде бы тейкдаун сконтрил Васильев. И, кстати, Питер Александр. Из гарда он работать умеет. А уже практически сайт. Контроль. Почти обошел левую ногу Владимира Лупко Александр Васильев. Но пока не до конца. Пытается там мастить. Так, полноценный боковой контроль. Полноценный боковой контроль сейчас. Осталось достать руки. Если забрать еще ноги заправлены. А ноги здесь заправлены. Ребята достаточно сухие. Стряхнуть будет сложно вперед. Так. Активно очень подсказывает угол как раз таки Александр Васильев. Втянул сейчас Васильев вниз. Ну, хорошая позиция для Васильева. Абсолютно 100%. Здесь можно и поработать, и побить, и попытаться выйти на удушающий прием. Так, там одну руку просунул Васильев. Одна рука есть, да. Так, но второй пока вынужден опираться Александр. Нет, вот. Решил, мне кажется, решил сейчас Александр не тратить силы на захват. С другой стороны, здесь опасная позиция, если удастся перевернуть Лупко. Васильева нет. Мне кажется, нет. Вот сейчас попытается, может попытаться Александр Васильев выйти на удушку, на удушающий прием. В комментаторской позиции достаточно хорошо видно, что Александр одну руку завел сопернику, по крайней мере, до этого завел. Ну, там серьезно угрожал. Да. Выходом на удушающий, я бы так пытается, сказал. Пытается из раза в раз вперед стряхнуть. Владимир, есть, плотный захват. А там очень плотно. Очень плотно. Сдача. Александр Васильев. Это возвращение. И вот опять он. Первый раунд, друзья. Он показывает, что... Парад финиши практически. Показывает, что просто молодец. Да, предыдущий бой был
какой-то мере исключением из правила, и то самое единственное поражение сейчас очень уверенно Александр Васильев закрывает. Да, очень хорошо. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на 3-й минуте 25-й секунде первого раунда. Победу удушающим приемом одержал Александр Васильев!